Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей. И сегодня я бы хотела поделиться с вами своими последними покупочками и всякими разными приобретениями, которые пришли ко мне из вселенной за последнее время. Вот замутил, так замутил. В общем, первое, что я хотела сказать, это, как вы видите, у меня, смотрите, какая кофточка прекрасненькая. И я заказала две вот такие кофточки, значит, ну, мне кажется, ну, она такая свободненькая, видите, и в ней прикол, что вот такие вот оголенные руки с такими вот разрезами. Она вообще такая легенькая, вот. Все скрывает, все недостаточки. Сзади вот. Я надеюсь, там не видно мои розовые кофты. Видно. Ну, ничего страшного. Она не должна быть розовая, ну просто я в ней дома хожу, мне удобно, я не хочу ее снимать. Вот, а свитер очень классный. Мне нравится цвет тем, что это вообще для блондинок, вот серый, бежевый, а он какой-то серо-бежевый, в общем-то. Нравится мне вот этот свитерок. И еще пришел свитер, вот такая кофточка вторая, и она вообще шикарная тем, что особенно под такую прическу, знаете, вот еще такие сапоги высокие какие-нибудь, ну до колена, да, кожаные, и обтягивающие черные. Черный низ. И я как будто... И это мне, знаете, вот это гонять лошадей. Дрессировать. Мне кажется, вообще, ну, очень красивый, стильный образ, мне кажется, вообще супер. Я вот буду гонять, мне теперь постоянно... Вот так вот она идет коротенькая такая, да? Я животик не буду прям так сильно показывать, потому что я еще в процессе похудения. Но вот, в общем, вот такая вот кофточка. Такой рукавчик. В общем, мне не нравится, я ссылочки оставлю внизу, я покупала это в магазине Shein, очень, кстати, много там всяких распродаж постоянно, у них какие-то скидки, вот, и, в общем, всю информацию оставлю по этим вещам внизу, заходите, понравится, качество очень хорошее, мне нравится, то есть это, ну, это не то, что, знаете, Китай там, да, и с AliExpress, может быть, что-то бывает, всегда не угадаешь, да, что пришло, а это реально, ну, качественная вещь, да, никаких ниток нигде не висело. То есть мне нравится, я вообще довольна. И так что вы меня увидите такую вот красивую, прекрасивую за последнее время. И сережки, смотрите, идеально сюда подходят. А дальше я приобрела также, это может быть вы видели из влога, или еще увидите, я приобрела целых два, а, вы, может, видели уже. Видели, да, Золотой Вавилон, 14-х своих два номера. Это вот под глазки мазать. Это Мислин, это мои любимые, я о них долго говорила. Когда у меня закончился мой корректор, я просто страдала, честно говоря. Ну, где же? И когда я его нашла, доехала до Золотого Вавилона, потому что это западный район, это очень далеко от меня ехать. И, в общем, мы там гуляли, я купила, и я счастлива. В общем, сразу два себе взяла. Теперь я счастлива. Вот, что еще я купила? Да, я хотела показать, что я набрала, также там же, в Золотом Вавилоне, я вам не показывала из влога, я набрала своему маленькому мальчику кучу-кучу всяких футболок. В Gloria Jeans. Вы знаете, Gloria Jeans, там офигенские цены. Я даже вот сколько смотрю, я уже знаю примерно цены на футболочки, на всякие вот штучки. Мне очень понравилось. Ну, знаете, там район 150-200 рублей, вот такие вот. Мне кажется, мой мальчик будет в этом замечательно. Я, конечно, взяла немного на вырост, это вот 74-80. У нас пока 63 сантиметра. Но я вот взяла уже на вырост, но в принципе, на самом деле, я брала на 68 размер, нам впритык. Вот майки у нас 68 размер, вот он идеально сидят на нем. Поэтому 74 тут уже рядом, да? Может быть, и даже будет как раз. В общем, я взяла вот такой, вот у меня лев он будет. Потом взяла вот такую вот. Зайкин вообще. Ну, мне нравится вообще оранжевый с белым, с синим сочетание. Мне кажется, очень стильное для мальчиков. Потом такую потеплее немножко. У нас есть голубенькая уже, но вот голубенькая пусть будет. У нас получается штаники, а не две кофточки. Потому что кофточки чаще всего пачкаются, потому что он кушает. И бывает капает еда. Поэтому кофточек я беру всегда больше, чем штаников. Вот такая вот стильная, видите, она заклепочками. Это все я взяла в Gloria Jeans, да-да-да. Вот, и взяла вот такие штаники. Смотрите, вот здесь такая резиночка, она не тугая совершенно, синенькие. И я вам скажу так, что вот синий цвет на самом деле универсальный. Все футболки, которые я вам показала, одни эти штаны, они подходят под все футболки. И под все будет идеально, понимаете? Вот оранжевая с синим, шикарно вообще сочетание, да? Вот, офигенски. Ну и все, а все остальное синее, вот серое, да? То голубое, синее, понятно, что подойдет, вот серое с синим. То есть отлично, у меня мальчик супер-мега стильный получается.
Также купила соски. Кстати, купила соски, а они оказались тоже те же авентовские. Ноль, там две были. В общем, один пингвиненок был, один это. Где же я их дела? Уже не найду. Наверное, одну соску я даже подарить успела уже. Один пингвиненок был, другой какой-то утенок. И они были короткие, чем обычные, которые я тогда покупала. Ну, в принципе, он их тоже берет. Нормальненько. Ну, да, самое главное, это что меня порадовало за последнее время, потому что детские вещи я уже, ладно, нашла, где брать хорошие. А вот свитера, и на самом деле я хочу очень много футболок, я уже хочу скорее открыть свой магазин, где будет куча много брендов дизайнерских таких, которые мне сделали, и я буду в них тогда на видео сверкать. Ту-ду-ду-ду. Ну, в принципе, все, вот так. Коротенькое видео получилось, оно и хорошо, потому что в последнее время у меня влоги по 30 минут, просто язык без костей, да, говорю и говорю. В общем, да, впереди много интересного, оставайтесь со мной, подписывайтесь, ставьте лайки, ну как бы это у нас обычно само собой. И я вас жду в следующем видео, пока-пока.